в самолете. Ну такой маленький самолетик, совсем крошка. По три ряда с каждой стороны. Сейчас поедем. Это лампочка ее, значит, с неба, помнишь, видно всегда. Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что спинка вашего кресла на вертикальное положение. Столик убран привязной ремень, только затянут под грязь. Внимание. Ларида Джетта, вроде подыку. Полис Чек Ген. Так, мы в аэропорту уже в Анталии. Рады приветствовать вас на антальской земле. Да. Турецкой земле. Да. Мы в автобусе ждем, когда нас отвезут в отель. Дали брошюрку. Мы хотим спать, да, Валя? Ага, всю ночь летели, летели. Или как, все-таки прилетели к 7 утра там. Сейчас время на 8 уже, да? Ну да. Я одна не хочу спать. Да ты спала в самолете. Нет, я не спала, я в машине спала. Понятно. Что мы вот столько автобусиков, и вон там вдалеке. В машине удобнее, горы, да, чем в самолете, да, дочь? Горы, пляж, горы. Вот на все три сиденья спишь. И даже есть компания Вайланд. И вы пальмочки. Отели на отеле. Смотри, видишь, оливковые деревья растут. У них тут целые эти плантации. Так интересно, барашки вот пасутся. Очень много у них здесь деревьев различных растет, таких плодоносящих. Смотри, сколько теплиц они сажают, сколько они работают. Турецкий коридор здесь. Обалдеть, теплицы огромные, да, плантации. Какие-то веники там сушат, в общем, они тут на всей жоге. Работают скалы какие-то, ну как утесаны такие, интересно смотрится, да, прикольно. В Алжире тоже так же, кстати, очень красиво. И пальмы, смотри, какие здесь пальмы, да, шикарные, очень красиво. Добро пожаловать в Аланию.
дня. Мы уже в номере, нас заселили. У нас вот такой вот номерочек, чистенько все. Тапочки нам дали вот такие одноразовые. Отель у нас называется вот так, если кому интересно. Так, здесь креслица. В общем, у Вероники своя комната, ну как и дома. У нее здесь отдельная комнатка вот такая с выходом на балкон. Вид у нас вот такой, сейчас я вам покажу. Здесь у нас бассейн. Бассейн детский. Тут, не знаю, что здесь тоже у нас. А здесь у нас растут настоящие апельсины. Вот висят. То ли апельсин, то ли мандарин, не знаю. В общем, сад такой у нас. Очень это зеленая территория. Вообще все классно. А вот там у нас море. Вот там у нас морешка, морюшка. Музыка, конечно, играет. Ну ничего, вот такая вот шикарная пальмочка огроменная. Горка есть. Одна, правда. Так, что здесь у нас еще? У нас здесь вот такой еще, ну комнатка еще с двумя кроватями. Телевизор, кондиционер, все работает. Все, окошки это мы закрыли, да, Валер, чтобы эта жара не шла. Смотрите, какая зелень свисает, обалдеть. Классно. Так, здесь, наверное... здесь еще окно, которое выходит вот сюда, на бассейн. И также на море. Вот такой вот номерочек. Супер-пупер, пойдет. Чистенько, аккуратненько, вообще здорово. А, также холодильник есть маленький. И здесь обязательно водичка. Водичку бесплатно все дают. Зря фен брали, фен тут есть. Иди смотри, фен тут есть. Так, тут у нас есть сейф. Причем, где тут сейф? Внизу. А, вот этот сейф. Бесплатно, да? Да. Бесплатный сейф. Слышишь? Валер, да он такой, как тебе сказать? Это что? Продолжаем. В общем, здесь у нас вот такая моечка. Здесь стаканчики под, ну там, наверное, подо что-то такое, водичка холодная, горячая. Так, здесь, наверное, дали мыло. Мыло, да, кусковое мыло. Полотенчики нам раздадут сейчас. Туалет. Ну, полотенце вот, все как положено. И душевая. А, и гель. Обязательно гель для душа, все есть. Там шампунь и гель. Ну, короче, скромненько, чистенько пойдет. Ой, друзья, мы накупались на горках. В общем, мы купались. Сейчас будем на море! Мы купались и на горке, и в бассейне. И, в общем, Валер с нами, он пошел сейчас купаться. А, классная вода такая, вообще так тепло, здорово. Вот, классная погода. Здесь, наверное, вы знаете, плюс 35, но такое ощущение, что 40. Потому что влажность, море рядом. И прям вот, если не у воды, то вообще. Я тут вот чуть-чуть побыла уже и... Короче, я загораю быстро. Вот, сейчас немножко вот так вот я подсохну, и мы пойдем на море, и хотим еще пройтись так вдоль, ну, по улицам. Я тогда вам поснимаю, что мы там увидим интересного. Так, мы, друзья, идем сейчас на рынок на какой-то, ну, там, купить на рукавнике Веронике. А плавать ей надо. А мы дома свои... Не знаю, они у нас продырявили, что ли. Эти от жары, как машины накрывают тентами. Сейчас 35 градусов на улице. Очень-очень жарко. Но все равно прикольно. Смотрите, какой вид впереди. С Москвы приехали. Мы зашли в какой-то магазин Migros. Турецкий магазин. Тут все в долларах, да, или в евро? А, ну тут... В лирах. А, лиры. Смотри, фейли турецкий. Ага. Это эти таблетки для посудомойки. Ну, да. 62. И вот такое, смотри, фейли. 62. Турецкий тоже. 6, да? Одна лира приравнивает сколько? А, 5 1 лир? Доллар, 5 лир. 5 лир, да. Да. Вон, смотри, мужские всякие штучки там. Чемодан, да. Розовый чемодан. Тряпочный чемодан. Вот тут, наверное, может, что есть, да? Для плавания. Давайте посмотрим. Может, мы же не под санкциями.
Турции не под санкции. Ну да, смотри, сколько сыров тут у них много, о, разных. Лира. Сколько стоит, ну-ка? Одна лира. Ну, кстати, одна лира, это сколько рублей? 12? Рублей. Молочный ломтик, дешево. У нас под 40 рублей, да, такое? Молоко, смотри. Мы пришли на море. Песчаная галечка здесь вот такая мелкая-мелкая. Очень приятная. Супер. Сегодня у нас что-то море прям волнуется. Ну, классно. Девчоночки купаться пошли. Одна другой что-то рассказывает. Немножко отдалю кадр, посмотрим. Вдали Средиземное море, бескрайнее, бескрайнее дали. Это вот побережье Турции. Средиземное море. Где там мои красавицы-то? Вот они. Мои красавицы-то. Где мои красавицы? Кажется, у девчонок фотосъемки. Снимает, фотографирует. Деловой. Видео. Так, накладывай картошечку себе. Я пока меню покажу, что тут дают нам на ужин. Так, овощи. Разные овощи. Здесь овощная у нас. Так, это у нас овощные салаты. Разных мастей, видов, какие хотите. Вероника у нас, конечно, огурцы кушает. Я сейчас вон ту себе возьму морковочку вместе с капустой. Здесь у нас морковка какая-то вяленая, потом маслины, оливки. Оливки черные, зеленые, в общем, маринады разные. Разные соусы можно наливать. Так, здесь у нас разные тоже закуски из овощей. Баклажаны фаршированные, рыба. Это тоже баклажанный сыр брынза, или я не знаю, как он правильно называется. Брюссельские капусты, в общем, полно-полно всего. Это, я не знаю, что это такое, это майонезная заправка какая-то, это, наверное, тоже какой-то салат. Морковь. Это сырные палочки вот такие какие-то интересные. Да, и кукуруза с горошком. Так, из десертов у нас здесь вот что, масса всего, вкусняшек разных. Даже есть тортики, смотрите. Это всякие сладости, такие жареные, пареные, на любой вкус и цвет. И сегодня у нас персики идут, абрикосы, груши, арбузы, сливы, яблоки. Пожалуй, возьму один.